Приспешника Шакро Молодого избили и лишили воровских полномочий. Конфликт представителей грузинского преступного клана обернулся избиением и развенчанием Джейрана Хонского, который многие считают смотрящим Шакро по Турции. Конфликт может иметь непредсказуемые последствия в воровском мире. Срочные новости из Турции. Там был жестоко избит и лишен воровских полномочий грузинский криминальный авторитет Джейран Кинцурашвили, более известный как Джейран Хонский. Как сообщает информационное агентство Prime Crime, приспешника, босса всех боссов, Захария Калашова, Шакро Молодого, развенчали из-за финансового конфликта в грузинской диаспоре. Джейрану Хонскому крепко досталось от представителей кутаистского клана Рамаза Дзеладзе, Беса Купрашвили и Малхаза Мгалаблишвили. Как водится у воров, размолвка имела чисто финансовую подоплеку. По словам источника, в денежном споре Джейран представлял одну заинтересованную сторону, его титулованные коллеги из Кутаиси – противоположную. В ходе дебатов о принадлежности упомянутых денег Джейран выпалил Рамазу какую-то непристойность, за что сразу же получил от него по лицу, сообщает в итоге Рамаз Дзеладзе и Беса Купрашвили не только избили Кинцурашвили, но и приняли решение объявить его гадом. Соответствующая малява уже отправлена в места лишения свободы. Чуть позже на место конфликта прибыл вор в законе Гурам Чехладзе Квежевич, бывший, смотрящий по республике Бурятия. Однако заступиться за Джейрана он не успел. Примечательно, что Джейран Хонский является близким соратником Захария Калашова, контролируя дела последнего в Турции. Сам Шакро Молодой, напомним, отбывает срок по делу о вымогательстве. Некоторые считают, что лишение Хонского полномочий свидетельствует о том, что Шакро стремительно теряет влияние, уже будучи не в силах контролировать ситуацию из мест лишения свободы.